Найден автомат, из которого расстреляли автомобиль Амина Акуева. Оружие следователи обнаружили в поле еще на прошлой неделе, и на нем осталась ДНК убийцы. Об этом заявил член коллегии МВД Антон Геращенко. Правда, оказалось, что экспертиз еще не было. Да и тот ли это автомат, тоже до конца непонятно. Подробности в материале. Силовики почти вышли на убийц добровольца АТО Амины Акуевой. Уже найдено оружие с ДНК преступника. Такое сенсационное заявление сделал Антон Геращенко. Но добавил, автомат сейчас находится на экспертизе. Результатов еще нет. К тому же советник министра МВД не исключил, что это оружие вообще не использовали при покушении. Напомню, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Амины Акуевой. Она погибла. Ее муж Адам Асмаев получил ранение в ногу. Это уже второе покушение на них в этом году. Впрочем, в расследованиях преступлений нардеп Антон Геращенко самый удачливый. Он всегда знает, кто стоит за резонансными происшествиями. А покушения на него самого раскрываются в первую очередь. К примеру, киллеров, которые якобы готовили убийство нардепа по заказу российских спецслужб, силовики обезвредили еще на стадии подготовки преступления. Такую же оперативность правоохранители продемонстрировали и на прошлой неделе. В считанные часы задержали злоумышленника, который хотел поджечь автомобиль жены Геращенко. Хотя преступник ошибся, так как у супруги парламентария нет машины. От огня пострадало авто соседки нардепа. Преступника задержали. Он маскировался под полицейского и якобы готовил еще ряд преступлений.